Говорят, что сейчас молодые люди неохотно идут работать педагогами. Этот миф развивают в городском дворце детского и юношеского творчества. Ежегодно в большой и дружный коллектив вливаются, как принято говорить, свежая кровь. Елена Никулина – педагог хоровой студии «Звонкие голоса». Девушка работает в коллективе 4 года. За это время Елене удалось осуществить с воспитанниками уникальную вокальную программу. Изъездили по нашей области практически все уже храмы с нашим проектом «Город Мала России». Да, в рамках этого проекта мы исполняем духовную музыку. Совсем в другом направлении работает Артем Конюкин, педагог кружка робототехники. Он уверен, его занятия с малышами не пройдут даром. Возможно, через несколько лет воспитанники станут известными изобретателями. Уже сейчас ребята выдумывают проекты, полезные для жителей мегаполиса. Ребята с папой, с мамой ехали через железнодорожный переезд. И они пришли с широкими глазами и сказали, что вот он очень долгий, неправильный этот переезд, давайте сделаем правильный свой. И мы сделали небольшой проект. Елена, Артем и другие молодые преподаватели городского дворца детского и юношеского творчества не скрывают. ГДТЮ стал для них домом, а коллектив – это настоящая крепкая семья. Все такие добрые, отзывчивые. Почти к любому сотруднику можно обратиться за помощью, всегда помогут, дадут нужный совет. Поддержка обычно гигантская бывает. Мы друг за друга и на конкурсах, на грани талантов мы всегда друг за друга. Все очень добрые люди. Секрет взаимопонимания прост. Во дворце всех преподавателей объединяет одно и очень простое качество – любовь к детям. Если педагог не принимает нашу веру, он уходит. Но если он уже становится дворцовским, то они работают у нас десятилетиями. Молодые педагоги никогда от нас не уходят, потому что им сразу нравится. Им нравится атмосфера творчества. В ГДТЮТ есть добрая традиция в конце учебного года отмечать День Благодарения. На общем собрании отмечают успешную работу педагогов. Всегда среди награждаемых есть и начинающие преподаватели. Руководство учреждения молодежь ценит, ведь в ГДТЮТ отлично понимают, эти люди – будущее дворца. Мария Чистякова, Алексей Рязанов, Реальный Тагил.